Прокомментируй, брат, погоду и что чуть нас не унесло ночью. Мы ночевали в предгорьях Кавказа. Вот там, на горизонте, видны горы. Это начало Кавказа. И ночью был сильный ветер, ураганный ветер и дождь. На нашу палатку качалась из стороны в сторону. Мы думали, что она полетит по ветру. Молились с братом Николаем. Вот так нас встречает Кавказ. Слава Богу за все. Мы живы. Сейчас будем завтракать. Вот мы едем, пьем разную воду. Господь нас хранит. Святая водичка, просто. Обеззараживает все. Как сегодня говорят, великая...